Подождите, Лана? Это что, я? Это так странно видеть себя рядом с собой. Ты кошка Лана? Да, а что? А у тебя есть светящиеся леса? У меня еще пингвин есть. А ну стой, я еще в лесу мою потащила. А ну лесу оставь, а ну брось. Брось питомцев, говорю тебе. Мяу, всем привет, котята. Я кошка Лана. И вы просто не поверите, что вчера произошло. Играю я в Adopt Me. Продаю всем свои хот-доги со своей стойки с барбекю. И, котят, возвращаюсь домой, а там все изменилось. Ну, не совсем сильно, вы бы, наверное, не заметили, но все вещи, которые могли подвинуться, подвинулись, да и вообще кровати даже по-другому стояли. Котят, я думаю, что что-то происходит, что кто-то приходит в мой дом и что-то там меняет. Возможно, это как-то связано даже и с моими питомцами. Ну, я уже даже не знаю, что и думать, поэтому я решила сейчас провести такое маленькое расследование. Я сделаю вид, что ничего не заметила, и, знаете, поставлю-ка я, наверное, свой дом в центре города, на самом видном месте, а сама где-нибудь спрячусь и буду наблюдать, потому что, ну а как еще я смогу заметить, когда кто-то к нему прокрадется? Мяу, мне правда кажется, что что-то происходит. Итак, побежали. Хотя, по-моему, я тут не одна такая, продаю барбекю и хот-доги. Вот, кстати, я правда не понимаю, как из этого хлеба делают булочки, ну ладно. А вот лимонадная стойка, котят, я думаю, что мне... Ага, вот, отлично, место свободное, я буду вот здесь неподалеку продавать лимонад и наблюдать. Может быть, кому-то приглянется мой дом, русалки? Даже не знаю, почему они так на него обращают внимание. Ну ладно, так, вот, отлично, как хорошо, что я могу добавить сюда свой дом. И надо уйти, дверь у меня для всех вроде бы открыта. Это хорошо, но она всегда открыта, поэтому, котят, я даже не знаю. Так, вот отсюда я вижу дом? Да, вижу. Давайте поставим свою стоечку с барбекю, где она у меня здесь. Так, вот она, отлично. И сделай вид, что я здесь просто, ну, бизнесом занимаюсь. Только поставлю хот-доги по $1, чтобы привлечь как можно больше посетителей. И внимание, жалко, что меня из расстойки не видно. Я, может быть, как бы еще вот так вот встала тут. Хотя кто-то уже подошел к моему дому. Смотрите, какая-то девочка. Ага, но она не заходит внутрь. Может, она меня караулит. Я даже не знаю. Ну ладно, я пока вот отсюда понаблюдаю за ней. Так, какая-то Эмма, и у нее есть бурый медведь. Ага. По-моему, она меня заметила, или нет, не знаю, может, им просто понравился дом русалки, но она не вызывает никаких подозрений. Ладно, продолжим наблюдать. Мяу. Котик, я уже так устала, наступила ночь, я хочу спать. А, кстати, я даже питомца своего не достала, но ладно, ничего. А сегодня без питомцев, тем более у меня их очень-очень мало. Как хочется спать, и хот-доги мне, кстати, никто не покупает, как будто здесь никого нет. О, Эмма вернулась, так, Эмма, смотри, хочешь хот-дог? Вкусный хот-дог по $1, а я буду наблюдать за своим домом. Отлично, она купила его. Здорово. Ой, Катя, утро наступило. Вообще, как это я не заметила? И ничего, вы видели? Ничего, все спали, отдыхали, одна я здесь стояла, и почти никто не купил мои хот-доги. Да. Ладно, знаете, мне кажется, что, возможно, я тут слишком много внимания привлекаю. Или у меня есть конкурент, который поставил вот эту вот хот-дожную палатку сюда еще. У меня же дешевле, ребят, вот тут по $1, там по 30, вы что, не понимаете? Вот хот-доги за $1. Кажется, мне нужно сменить место своей засады. Там я слишком заметна. Может быть, спрятаться вот здесь, вот за камушком? Смотрите, должно быть, меня здесь совсем не видно. Отлично. Отсюда у меня открывается хороший обзор на свой дом. И если кто-то за мной шпионит или что-то меняет в моем доме, то я смогу это увидеть. Отлично. Котят, что-то мне кажется, что это плохая идея. Никто не появился, я тут уже кучу часов сижу. Хочу есть, спать, в душ, на вечеринку у бассейна. Но, подождите, а кто это тут вот за деревом? Кто-то прячется за деревом, тоже спрячусь, пожалуй. Так, ага, что-то очень знакомое. Подождите, Лана? Это что, я? Котят, ну я же не могу быть там, я же здесь. Так, она подошла к дому и... Что? Что? Это Кира! Это моя лошадка, я ее точно узнаю. Что? Так, надеюсь, она меня не заметила. Но это же Кира, Катя, Кира. Она зашла ко мне домой вместе с моей лошадью. Что происходит? Котят, я что-то ничегошеньки не поняла сейчас. Ладно, давайте проследим за ней. Мне кажется, она уже успела уйти, и я сейчас зайду в дом. Ага, смотрите, она сбросила вот эту вот штуку. Полетел мой... корабль, воздушный шар. Надо отправиться за ней, посмотреть, куда она пошла и куда она потащила
что не все мои питомцы, но это наверняка, вы посмотрите. Так, ладно, села на трон. Если честно, я понятия не имею, кто она. Но я надеюсь, она меня не заметит. Нужно вот так как-то спрятаться. Точно, сидит с лошадкой на моем русалочьем троне. Хотя, может, это глюк какой-то, может, знаете, это прошлая запись моей игры. Но тогда почему у нее написано Лана, а не кошка Лана? Я не знаю, но точно это нужно расследовать. Так, я надеюсь, она меня не заметит. Я вот так вот сейчас прокрадусь вот тут вот тихонечко и отсюда понаблюдаю. Но это точно я? Это очень странно. Главное не попасться ей на глаза. Хотя я довольно приметная здесь, но я надеюсь, что она меня не ожидает. Хотя странно, в то же время интересно, как она отреагирует. Ага, она куда-то побежала. Фух, вроде не заметила. Так, что, куда? Котят, она пошла в джакузи, в мою джакузи. Так, ладно, хорошо, ничего. Вот она, ага, она оставила там Киру. Так, нужно проверить, может это просто другая Кира. Может это девочка, которая хочет выглядеть как я. И у нее тоже есть лошадка, и лошадку зовут Кира. Так, давайте посмотрим. Ну это точно Кира, я что, свою лошадь что ли не узнаю? Вот она. Как бы проверить, можно и на ней кататься, конечно. Но я, к сожалению, не могу кататься на чужих питомцах. Хотя это же мой питомец, давайте. Что? Кошка Лана? Хотя, да это же мой ник, это точно моя Кира, посмотрите на нее, я узнаю ее глазки. Так, надо подумать, что делать, что бы сделал хороший детектив. Хороший детектив бы провел расследование, точно, мне нужно как-то допросить ее. Но Лео занят, я не могу его попросить, так, придется самой. Нужно как-то изменить внешность. Так, давай, думай, Лана, что бы ты никогда в жизни не надела. По-моему, сейчас предстоит серьезное задание. Так, что я могу здесь поменять? Для начала нужно поменять лицо на какое-нибудь обычное. Да, не из тех, что у меня куплены. Так, правильно, теперь полностью поменять одежду. Сложно, так, что-нибудь, чтобы я никогда не надела. Так, какой-нибудь костюмчик. Ой, по-моему, я голая. Так, ага, отлично. Но, знаете, нет, это бы я надела, в принципе. Надо что-то совершенно непривычное. Так, что здесь есть? И нужно это сделать быстро, потому что она там сидит и в любой момент может прийти сюда за Кирой, а я тут прячусь за печкой. Ух ты! Отличный, по-моему, костюм. Вот никогда бы такой не надела, цвета мне не нравятся. То, что нужно, оставляем. Дальше прическа. Нужно поменять прическу, снять вот эту вот и надеть какую-нибудь непривычную. Давайте вот. Ага, отлично. С ледяными звездочками. Уже стемнело, это я так долго выбираю, так нужно отправиться в кемпинг. Надеюсь, она никуда не пошла, надеюсь, она продолжает сидеть на моем троне. Иначе как это? Все мои вещи переставлены, когда я прихожу. Ладно, Катя, сейчас я быстренько уберу питомцев, уберу хвост, уберу все и... Так, что у нас тут есть? Ага, вот эта вот штука на лицо. Потрясающе, по-моему. И какую-нибудь, даже не знаю, что-то из аксессуаров. Отлично, все. Я думаю, что образ завершен, я бы точно никогда так не оделась в реальности в этой игре. И давайте сменим мое имя. Ладно, все, я готова, я совершенно абсолютно не похожа на себя и могу идти вперед. Да, кстати, Катя, это имя я тоже сменила, так что она меня не узнает. Итак, вот она здесь. Да, она там сидит, говорит, может это на самом деле не настоящий игрок? Может быть, Roblox создал мою копию, и теперь я здесь со всеми питомцами, а я настоящая, просто так бегаю. Так, она пить хочет, но не двигается с места. Ладно. А дальше я не подумала, как с ней разговаривать-то? Ну ладно, давайте напишем ей привет. Привет. Привет, отвечает она. Отлично. Ну, смотрите, как на меня похоже. Давайте спросим нее, ты кошка Лана? Да, а что? Ну да. А может это правда кошка Лана? Ну как она отвечает? Подождите, я кошка Лана? Что я такое говорю вообще? Roblox не мог создать мою копию, просто не мог. И по-моему мы с ней немножко заболели. Как мы заболели? Мы давно не выходим из дома, я не знаю. Так, давайте что-нибудь ей напишем. Ух ты, здорово. Хотя теперь нужно узнать, у нее ли мои питомцы. Потому что это самый главный вопрос, который меня беспокоит. Итак, а у тебя есть светящиеся леса? Теперь нам еще и в школу пора. Надеюсь, она не убежит. Надеюсь, она еще поговорит со мной, потому что мне нужны ответы. Есть? У нее есть лиса! Катя, это точно моя фенечка, она точно...
даже не знаю, а что теперь делать? Ну вот, я узнала, что это мои питомцы. И они у нее. И что теперь, как я теперь докажу, как я их заберу? Ладно, надо сделать вид, что все в порядке. Какая красивая. Да, это же моя лиса, она правда очень красивая. Но раз у нее мои питомцы, значит, она знает, что у меня их больше нет. Значит, можно спросить у нее, как она их вернула. То есть, как я их вернула, а я их не вернула, между прочим. Ладно, ладно, успокойся, успокойся. Может, это просто какой-то глюк, и теперь здесь есть твоя копия? У меня еще пингвин есть. Да у тебя их несколько, если у тебя мои пингвины. Ну ладно, хорошо. Так, спокойно. И выдры, и выдры! Точно, у меня же было 4 выдры, я же могла сделать светящуюся. Ладно, давайте спросим, по-моему, самое время. Классно, а как ты их вернула, скажи, пожалуйста. Что? Ну, как это что? Но у тебя же они пропали. Уж я-то знаю, о чем говорю. Ну-ка, и что она на это ответит, очень интересно. А, мне пора, мне пора, а ну стой, и еще лису мою потащила, а ну лису оставь, а ну брось, брось питомцев, говорю тебе. Хотя, я не знаю, если честно, как реагировать, она просто от меня умотала, посмотрите, еще и искупалась в моем бассейне. Не, ну это такое видно, надеюсь, она ничего не подозревает, потому что я буду за ней бежать до последнего, мне нужно понять, что происходит. Ладно, хорошо, выходим. Что-то я застряла в своей собственной двери, не могу выйти. Так, отлично, она здесь, здорово. И куда она бежит? Она бежит сюда. А, она полечиться решила? Вы смотрите, она пусть определится, хочет она вылечиться или убежать от меня. Она вроде остановилась, может, с ней можно поговорить. Куда она носится вообще? Так, подождите, она пошла лечиться и лечить лису. Ну, это хорошо. Она полечилась сама и почему-то вылечили меня. Это что, правда, мой клон? Я вообще не понимаю, как это произошло, я же не лечилась, почему я здорова? Так, это очень подозрительно, нужно за ней проследить, но мне кажется, не нужно так близко к ней подбегать, иначе она поймет, что что-то не так. Хотя, на самом деле, за настоящей кошкой Ланой, то есть за мной, где она делась? А, вот она! Как она это сделала вообще? Она где-то зависла в пространстве, а потом выбежала. По-моему, она забежала за этот автомобиль, а теперь здесь. Хотя, это очень странно, но я даже не знаю. Она где-то за этим деревом. Где она? Только ее лисичка осталась. То есть моя лисичка. Она вернула мне ее. Нет. Она исчезла. Лисичка исчезла. Ну что? Что произошло, котят? Я даже не знаю. Я не могу сказать, что это было успешное расследование, но хотя бы я узнала, что у меня есть клон, который украл моих питомцев. Что вообще происходит? Ладно, надеюсь, что я разберусь с этим. Да, в общем, пока я думаю, что делать с этой информацией и с этим клоном, она вообще еще раз появится, я вообще верну своих питомцев или нет? Мяу. В общем, котят, вы подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Не забывайте присылать рисуночки к нам с Лео в группу. А, и про канал Лео тоже, кстати, не забывайте. Вроде все сказала. А теперь всем пока!